Мария Максакова исключена из «Единой России». Такое решение единогласно принял Президиум Политсовета Московского регионального отделения партии. Бывший депутат Госдумы нарушила закон. У нее было два паспорта – российский и немецкий. Об исключении из партии заявил секретарь подразделения Андрей Метельский. Я могу сказать только лишь одно, что сегодня есть нарушение закона. На основании нарушения закона и отрыва от городской партийной организации, то есть мы не можем сегодня никак связаться с Марией Петровной, мы приняли такое решение. Метельский также отметил, что при приеме в партию Максакову проверяли не так уж и тщательно. При этом певица заявила, тайны из двойного гражданства никогда ни для кого не делала. После того, как ее супруг получил паспорт Украины, Максакова переехала вместе с ним в Киев. Ну и теперь уже там собирается продолжить свою карьеру. Правда, не политическую, а творческую. Максакова не исключила устройство в Киевский оперный театр. Правда, из Гнесинки она так до сих пор не уволена, несмотря на сообщения, которые появились ранее. В отделе кадров Российской академии музыки имени Гнесиных заявили, что оперная певица просто пропала. Последний раз коллеги ее видели в январе. Она не уволена, она уехала просто ни с кем ничего не согласовав, не поставив никого в известность. После каникул 10 часа, когда начались занятия, ее не было. От нее не поступало никаких ни заявлений, ни разъяснений, ни согласований с руководством, там, с заведующим кафедром о том, что она куда-то уезжает. Секретарь Генерального совета «Единой России» Сергей Неверов порадовался тому, что Максакова и ее мужа, экс-депутат от КПРФ Денис Вороненкова, больше нет в стенах Думы. Бывший парламентарий уже с украинским паспортом на руках напротив бывшего президента Украины, ну и не только против него. Ну а в марте вместе с супругой Максаковой даже станет героем политического шоу «Суд над Виктором Януковичем». В России Вороненков объявлен в федеральный розыск. Подробнее об экс-депутате Госдумы и его побеге из России в нашем следующем материале.